Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла Колоссянам. Глава 1, стихи с 12 по 18, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня воскресный день, мы говорим о Христе. И сегодняшний отрывок святого апостола Павла к Колоссянам христоцентричен и указывает нам на центральную фигуру нашего спасения, Господа нашего Иисуса Христа. Говорит о Нем. Говорит о Нем апостол Павел здесь потому, что в Колоссах, в этой общине церковной, опять появились, как и в других общинах, лжеучителя, противники благовестия Христова Евангелия, который несет апостол Павел. И эти противники отрицают божество Спасителя, ставя его в один ровень с ангелами, низводя его на уровень гораздо ниже, чем он есть на самом деле, обесценивая таким образом все то, что сделал Господь, ибо если это сделал бы не Господь, не второе лицо Святой Троицы воплотилось бы в лице Иисуса Христа, в ипостаси Иисуса Христа, а просто пришел бы на землю хороший человек, пророк ли или даже пускай ангел, то не произошло бы спасения. И именно эту нашу веру, что нас спас сам Господь, отстаивает сегодня апостол Павел, и нам сегодня воскресный день напоминает об этом. И первое слово сегодняшнего отрывка – это «благодаря». Благодарение – это наивысшая молитва, которая таковой считалась еще в Ветхом Завете. И действительно, а что мы можем принести тому, кто есть Творец всей Вселенной, есть Творец материи и Творец времени, Его властелин и владыка, Творец невероятной красоты, тех необъятных пространств, в котором существует человек, тех необычайных чудес света, как мы их называем, и чудо природы, чудо ее гармоничности, ее разнообразности, непредсказуемости, ее величия, ее даже опасности. Господь – Творец всего. И самое главное, Господь – Творец человека, ради которого и был создан этот мир. Но прежде человека, человек творится – кем? Святой Троицей. Но, как сказано, все создано им, то есть вторым лицом Святой Троицы, воплотившимся Богом, Господом нашим Иисусом Христом. Все им и для Него создано. И действительно, в Ветхом Завете мы часто встречаем эпизоды, когда по святоотеческому толкованию в тексте Писания раскрывается нам присутствие и постоянное попечение об этом мире второго лица Святой Троицы. Явление трех ангелов Аврааму по святоотеческому толкованию, прежде всего, это явление Господа Иисуса Христа в присутствии двух ангелов. И Авраам разговаривает с Господом Иисусом Христом. И таких примеров можно найти довольно-таки большое количество в Ветхом Завете, где мы видим присутствие будущего воплотившегося нашего Господа, присутствие второй ипостаси,
второго лица Святой Троицы, Сына Божия. Итак, мы благодарим Господа, благодарим Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Действительно, то чудо веры, которым мы обладаем, то чудо нашего присутствия в Боге посредством крещения и таинств церковных, это ли не повод к благодарности, которая должна выражаться нашим милосердием и нашей любовью и нашей решимостью, готовностью следовать за Христом в нашей земной жизни? Бог и Отец, которого мы благодарим, призвал нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Какие замечательные слова! Вы вдумайтесь над ними, размышляйте над Священным Писанием, ведь его можно читать не просто как некий богословский трактат, не просто как некое историческое повествование и не просто как раннехристианская керигма, то есть проповедь. Проповедь в сжатой форме. Керигма. Но и как некое духовное назидание, духовная радость для всех нас. Ведь подумайте, какие слова заключены здесь. Бог Отец избрал нас, избавил нас от власти тьмы, избрал нас и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Живем ли мы в этом царстве? Ведь каждый раз, приходя на литургию, происходит невероятное чудо, происходит актуализация этого небесного царства. Это царство в максимально зримых образах нисходит на нас в пространстве нашего богослужения христианского именно в Евхаристии, в литургии божественной. Мы начинаем ее провозглашением «Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков». Это царство уже здесь, оно среди нас, и оно внутри нас есть. И это самое главное. Самое главное – это нам теперь захотеть быть в этом царстве. Если мы, граждане, к примеру, Российской Федерации, или той страны, гражданами которыми вы в данный момент являетесь, дорогие телезрители, неважно, мы должны поступать в рамках Конституции и закона этой страны. Мы не должны ее нарушать. И если мы приходим в какую-то другую страну и не соблюдаем законов этой страны, нас выдворяют. Так же и грех. Мы, по мысли святых отцов, вот приход. Что такое приход? Это праксия, это временное пребывание. Прихожане – это те, кто временно пребывает, но не в данном храме, а здесь, на земле. Все мы временно здесь, на земле. И Господь нас приглашает в свое царство. И мы должны жить по законам этого царства. Закон этого царства, прежде всего, любовь к ближнему и любовь к Богу. И когда мы грешим, мы себя добровольно лишаем присутствия в этом царстве. Как только мы согрешили, нас выдворяют из этого царства. Вернее, своим грехом мы сами из этого царства себя выводим. Пренебрегая тем самым тем даром любви, который Бог сделал ради нас, который призвал нас, избавил от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына, мы попираем божественное доверие, в котором, а в Сыне мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог, через кровь которого и тело мы освобождаемся от грехов прежней жизни, смываем с себя это прежнее гражданство греха и становимся гражданами Небесного Царства по милости и дару Божьему. Итак, молитесь, дорогие братья и сестры, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господь.